Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу, как же сделать калибровку батарейки вашего iPhone. Для чего это нужно? Это нужно делать раз в два месяца для активных пользователей iPhone. Это касается тех, кто играет на iPhone, смотрит фильмы, активным серфером в интернете и, конечно же, для тех, у кого быстро садится телефон. То есть отключается на холоде, показывает там 10-15, может даже 20% и непроизвольно вырубается. Это означает, что ваша батарейка либо же дохлая и нуждается в калибровке. Чтобы откалибровать батарейку вашего iPhone, нужно разрядить iPhone, точнее зарядить сначала до 100, потом разрядить со 100 до 0 и обратно зарядить от 0 до 100 и подержать где-то около часа, полутора часа. И тогда делаем жесткую перезагрузку iPhone. А это делается только на тех, скажем, до iPhone 8. То есть там, где есть физическая либо тактическая кнопка, вы сможете сделать эту жесткую перезагрузку. Она делается зажатием одновременно кнопки Home и кнопки включения-выключения. Держите одновременно 10 секунд. Это когда телефон у вас включен, он выключится и до яблока. Как только вы свистите яблоко, вы отпускаете эти две кнопки и ждете, когда он активируется до изначального рабочего стола, то есть экрана разблокировки. Все, и калибровка выполнена. В дальнейшем, чтобы не потерять емкость батарейки, никогда не допускайте уровень батарейки ниже 20%, и емкость сохранится на максимальное время. Только тогда батарейка будет работать стабильно. Вот. Но опять же, хочу заметить, что это касается до iPhone 8. Вы сможете откалибровать. Дальше, конечно же, уже у вас ничего не получится, потому что нужно будет делать жесткую перезагрузку. Если вам помогло это видео, прожимайте пальцы вверх, оставляйте комментарии. Мне очень важно ваше мнение, кому помогло, кому нет. Может, еще что-то вы знаете, подскажете. Прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мое новое видео. Всем пока!